в это воскресенье в программе «Живи и здравствуй». Специалисты Витебской городской клинической больницы номер 1 о хирургии краткосрочного пребывания, о применении современных малоинвазивных технологий, которые позволяют проводить большое количество операций малотравматично, а значит и сокращать срок пребывания в стационаре. Также рубрика «Формула здоровья» о том, какие существуют виды хирургической помощи для всех категорий пациентов. Взгляд специалиста на распространенные мифы и заблуждения о грыже передней брюшной стенки. Рубрика «Школа мам» о том, как научить ребенка жевать. Важные рекомендации по профилактике опасных заболеваний и скрининге в рубрике «Женское здоровье». И, конечно, увлекательная история профессионального пути замечательного врача, хирурга Владимира Ивановича Жукова. Смотрите, живите и здравствуйте! В воскресенье, 23 апреля, в 11:00 на Беларусь 4 Витебск и онлайн на vtv.by.